Здравствуйте, друзья! Всем привет! Вы смотрите последний, заключительный, пятый выпуск видеожурнала с молодежной конференции 2012, которая проходила здесь, в Москве, последние несколько дней. В последнем выпуске мы решили устроить для вас... Мы решили устроить для вас рейтинг самых ярких, самых теплых, самых светлых воспоминаний, все то, чем запомнилась вам эта конференция. И специально для вас мы отобрали 7 самых ярких моментов, которые понравились вам больше всего. Да, мы сделали опрос у всех тех, кто был здесь все эти дни на конференции, и начнем мы с 7-го и 6-го мест. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. На этой конференции просто в этом помещении обалденный звук, свет. Мне очень понравились блинчики с ветчиной и сыром, они очень вкусные. Проповедь Попова про отношения между мужчиной и женщинами. Там очень громкие слова, и были те слова, которые были в личной жизни у меня. Вот мне больше чего понравился семинар Юлии Поповой взаимоотношения до брака. Ну, конечно, у каждого свои самые яркие и самые теплые воспоминания об этой конференции. И дальше в нашем видеодневнике 5-е и 4-е места. Больше всего мне понравилось то, что много общения, познакомился с разными ребятами. Много с кем познакомился, нашел новых друзей. А атмосфера непередаваемая атмосфера, которую раньше действительно я нигде не видел, ни в одной церкви. Людей было настолько много, что они не могли вместиться в зал. Больше всего запомнились мастер-классы, особенно прославление. Меня впечатлил мастер-класс Патлиса. Мастер-класс по прославлению. И очень мне понравился мастер-класс Веры Бирюковой. Она рассказывала, какие должны быть правильные ценности в том деле, которым ты занимаешься. Антон, ну я не могу, так трогательно, мы все такие ми-ми-ми, ностальгируем. Да. 3-е, 2-е места. Особенность этой конференции в моих глазах – то, что не уделяется ни минуты внимания внешнему виду, крутости мероприятий, какому-то особому подходу к молодежи через молодежный стиль общения. В этот раз полностью фокус уделен взаимоотношениям с Христом, посвящению в служении и возможности затронуть и повлиять на чью-то жизнь через послание Иисуса Христа и через искреннее христианское служение другим. Шикарное помазанное прославление. Я даже охрипла, потому что было нереально крутое прославление. Поднимает дух реально. Супер прославление вообще, вот зажигает просто. Каренчик, он вообще просто неподражаем. Я вообще его люблю. Классно видеть, как 1500 молодежи просто поклоняются Богу одновременно. Ну что ж, друзья, вот и все. Заканчивается очередная молодежная конференция в городе Москва в церкви «Слово жизни» 2012 года. Молодежная конференция «ЮС 2012» прямо сейчас уже становится историей. Прям слезы наворачиваются на глаза, и мы хотим объявить первое место нашего рейтинга самых светлых, самых теплых воспоминаний о конференции. Итак, что же, давай, наверное, мы тогда попрощаемся окончательно и дадим им посмотреть первое место, и потом титры, и все такое, так хорошо? Так не хочется прощаться. Ну, не хочется. Ну что, друзья, до свидания, аривидерчи вам, увидимся ровно через год. Увидимся в следующем году, пока-пока, любим вас. Первое место и до свидосы, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. В моем случае меня коснулась очень проповедь Алексея Романова. Для меня самая важная проповедь – это была проповедь Алексея Романова. Про предназначение, что ты должен принять то, что тебе дал Бог, принять это и действовать. И то, что наше решение, оно потом рождает исполнение этого решения. Мне очень понравилась проповедь Алексея Романова. Я считаю, что это было мясо для христиан. Больше всего мне понравилась проповедь Романова, потому что именно после нее я принял очень важное решение, которое повлияет на мою жизнь. Но самым ярким событием было проповедь Мацулы на последнем собрании конференции. Было такое слово, которое не просто вдохновляет, а которое тебе дает вызов, и ты делаешь новые решения. Это то, что нужно было мне получить. Особенно проповедь, она очень запоминается и дает вдохновение. Правда, в зале места не было, пришлось смотреть прямую трансляцию. I believe I can soar.
can fly. Карен, Карагян, пой со мной, Карен, Карагян.